13 марта ребенок с диагнозом микроцефалия у нас лечилась в течение 10 дней. Давайте посмотрим, у них какие изменения и что за диагноз. Так, сначала хотим прочесть заключение МРТ. Значит, МРТ признака малформации дисплазии мозолистого тела, тотальный кистозно-рубцово-атрофический деинграция больших полушарий головного мозга, симметричный гидроцефалии заместительного характера, МРТ признаки гидрокистозных изменений субарахноидального пространства задней черепной ямки. Подтверждение данного заключения мы можем здесь увидеть. Значит, вот подтверждение данного заключения. Здесь, если посмотреть, и если попроще рассказать, здесь где-то 90% мозга отсутствует, замещен другой тканью, спинномозговой жидкостью и другой заместительной тканью. Потому что при микроцефалии применение некоторых препаратов усиливает признаки рубцово-атрофических изменений. Ну, давайте узнаем сейчас за 10 дней, какие у них изменения. Какие изменения у вас за 10 дней? Сон хороший стал. Сон хороший спит, стал. Да, вообще, какие были бы жалобы? Вы первый раз к нам приезжаете, правильно? Так. Он на животе только спал. На животе не спал. Сколько ребенка сейчас лет? В апреле 2 года будет. Апреле будет 2 года, да? Вот сейчас посмотрим. Апреле будет 2 года, да? Так, теперь только до нашего приезда спал только на животе. Спал. Когда так, на спине спит, он постоянно... Так. Пугался и просыпался. Еще? 3-4 часа я его качала на ноге, а сейчас он спит сам. Сам по себе засыпает. Еще что? Какие лучшие изменения? Аппетит хороший стал. Аппетит хороший стал? Хорошо кушает прям. Еще? Требует еды. Ну, голову поднимает, когда не нажимается. Голову начал поднимать. Да, голову держит. 20-30 минут голову держит. А раньше он только 5 минут держал. И плачет мало. Плачет мало. И судороги нету. Судороги нет. Да. Ну, в общем, изменения за 10 дней есть. Да. Дай Бог. А до этого где-нибудь лечились или вы нигде не лечились? Только в больницах лечились. Только в больницах. Да. У себя? Да. Ну, а так, значит... Вот этот... Да. В Ситимед клинику приходили, но там улучшений не было. Ситимед это где? В Ташкенте? Да. Улучшения не было? Не было. Там госпитализировались? Там 10-дневное лечение взяли, уколы вот этот на голову, на спину, и томатис-терапию взяли. Какая? Томатис, который в наушниках. А, понятно. Но улучшения не было. Угу. Результата не было. А уколы сделали по точкам? Да. По точкам делали, эффекта не было. Понятно. Ну, почему у нас эффект нет? Ну, у нас эффект нет, потому что мы начинаем сперва лечить состояние костей черепа, потому что пока объем головного мозга не увеличится, изменение ткани головного мозга не будет. Поэтому сначала нужно, что первично, что вторично нужно. В данное время нужно сначала увеличить объем черепа. Тогда уже будет рост и головного мозга тоже. Дай Бог вам выздоровления, значит, мы будем ждать через 3 месяца. Узбек Челевайта Адыган Бусан. Микроцефалия диагнозы билан келді. Баш миясын 95% юк. 10 күн ішінде, демек, бала башыны көтеріп, юмалап, отырып, юмалап қалдып, дайым бізгече фақат қорны билан яткен. Аллах шифасын ерсін, дай болғаныз баралдейін. Так, есть у вас какие-то пожелания? Есть? Қазақша дейін, да? Қазақша айтын. Біздің доғдырларға қарағанда, мына жақта кәдімгі лечение болды бізге. Біз соған қуаныштымыз. Тағы да келуге тырысамыз лечение алуға. И осындай балдары бар кісілерді біз сіздерге айтып отырамыз, біз рекомендовать етіп, что осында лечение бар. Лечение бар. Иә, көп рахмет. Рахмет. Алла шипасын берсін, дай болғаныңыз дарау тілеймін.